Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Ольга, и сегодня я вас приглашаю разобрать, вскрыть, посмотреть новое приобретение сайта iHerb. Ко мне пришла посылочка. Она небольшая, но там покупочки очень-очень интересные для того, чтобы поддерживать красоту. Такие бьюти-штучки. Давайте посмотрим. Я уже ее вскрыла. Как всегда, воздух. И что мы имеем? Первое, что хочу показать. Все, что я в этот раз заказала, это все новинки. Поэтому как бы... Немножко я сейчас, подождите, настрою. Вот, все это новинки, и я ни разу этим не пользовалась, вообще ни разу, да, и как бы поэтому решила попробовать, очень-очень хорошие отзывы по всему этому, и решила сама испытать, посмотреть, и потом, соответственно, с вами поделюсь, насколько хороши те или иные продукции. Поэтому, смотрите, первое, что заказала... Это тоник. Так, вот так вот еще сделаю. Да? Это у нас идет тоник очищающий. Здесь идет он с фруктовыми кислотами, тонер Элизабека. Компания Элизабека. Вот, очень много отзывов хвалебных под этот тоник, но ни разу не пробовала, хотела бы вот попробовать, конечно, поэтому вот при вас ее вскрываю, вот, значит, такая вот бутылочка, знаете, достаточно большая, значит, срок годности у нас здесь получается до 2020 года. Значит, Корея, это корейская продукция, и у нас получается, так сколько же здесь миллилитров-то? 200, кажется, миллилитров. Все по-корейски написано. Вот такая вот у нас бутылочка. Не фиксируется что-то у нас, камера не хочет. Вот, смотрите. Вот, значит, по запаху фруктовый такой запах. Интересный, очень интересный. Ну, попробуем. Это сейчас наступает пора у нас осени и зимы, поэтому это кислотный пилинг для очищения. Здесь кислота Аша. Правильно, если я называю, потому что я как бы могу ошибиться. Вот, да, вот кислота. Поэтому как бы попробую, посмотрю. Но очень-очень хвалят вообще данный продукт. Посмотрим. Так, следующее, что я заказала, значит, это у нас пилинг-скатка. С компании Secret K, тоже корейская. Кстати, вот это все, что я заказывала в этот раз, там были очень-очень хорошие скидки. Честно я вам могу сказать, я сама даже не ожидала, потому что в этот раз у меня получилась скидка, прям там суммировалась скидка, то есть на корейские продукции там скидка 10% была, плюс там еще общая. Ну, бонус лояльности. Кто знает сайт iHerb, знает все их там методы, правила. И в этот раз у меня вот из... Сколько у меня здесь продуктов? Так, 2, 3, 6 продуктов. И скидка у меня в общей сложности в 1500 обошлась. Представляете, это вообще уникально. Поэтому вот такой вот заказала. Не первый раз я уже заказывала. Это пилинг-гель, пилинг-скатка.
очищающий продукт, очень-очень хороший, то есть, потому что что-то она не хочет у меня это. И долго я так буду с тобой? Вот, смотрите. Вот такой вот пилинг Secret Key. Но в этот раз я удивилась, потому что была другая упаковка, когда я заказывала. В этот раз упаковка совершенно новая. Вот я сначала даже испугалась, что ее вообще сняли с производства, и нет, она как бы, вроде как бы это она. Но я попробую, посмотрю и вам все расскажу. Вот. Ну, здесь, как всегда, все запломбировано, все, сами понимаете, да, как бы там. Поэтому понюхать даже я не скажу вам. Очень хорошая это гель-скатка. Если это то же самое, что я пробовала, это очень хорошая, потому что она хорошо прям скатывает верхний оргавевший слой кожи, это прям такими комочками, хорошо очищает. Мне очень понравилось. Так что советую. Так, третье, что я заказала, что нам попадается, это маска. Ну, прям ихняя, как сказать, знаменитая маска, да, то есть как бы знаменитнейшая, так сказать, эта маска. Вот, тоже Корея все, да, то есть и это Элизабека Милки Пиги, правильно прочитала. А это серая маска, и она вздувается, то есть как пенится. Вот отзывы тоже очень классные, и как бы поговаривают, что как бы очень хорошо очищает. Я хотела эту маску, конечно же, очень давно попробовать. Вот наконец-то я ее решилась, попробовала. Ну, здесь все заупаковано, да, то есть как бы вот такой вот, бутылечек. Вот, все запаковано, и да, вот эта масочка, пожалуйста, и это до 21 года, ну, попробую обязательно протестировать с вами вместе, я нанесу ее, и будем смотреть за реакцией, то, что происходит. Так, четвертое, что я заказала, тоже в этот раз, тоже хорошие отзывы, ни разу не пробовала, это крем Natura Republic, такой сан-крем, то есть как бы здесь SPF 50. Зачем я его заказала? Для того, что сейчас я буду предпринимать кислоты, то есть пилинги кислотные, буду также ретинол использовать, и для того, чтобы все было нормально, да, то есть процесс шел нормально, чтобы это не повредило мне, хоть у нас солнца сейчас мало в этот сезон, ну, как бы уже в осенний сезон, да, сегодня, кстати, первый день третьего месяца осени, так что скоро уже зима, Новый год. И для того, чтобы как бы все было нормально, никаких пигментных пятен, ничего не было, я вот решила попробовать этот крем. Очень как бы хвалебный, как бы хвалит его. Ну, посмотрим, насколько он как бы действительно классно работает, ну, в плане защиты. Я хотела именно крем такой, знаете, чтобы он был... хорошо впитывался. Я не люблю жирные, толстые крема, то есть, которые чувствуешь. Я люблю, когда он классно и увлажняет, и классно впитывается. То есть, и никаких проблем. Ну, вот такой вот как бы тюбик. Здесь сколько у нас получается? 50, наверное, или 30. Сколько здесь грамм? Ну, стандартные упаковки идут. Вот, знаете, вот, что нравится мне в корейских 57 миллилитров. Во, нашла. Хотела уже пахать. Ну, вот он. Такой вот у нас кремушек. Вот. Тоже, когда испытаю, попробую, расскажу обязательно. Что да чудо как.
Значит, заказала следующее знаменитнейшие патчи. В этот раз я расскажу в своих косметических по своем косметическом уходе. Расскажу вам, чем я пользуюсь, какими там лосьоны, не лосьоны, там как бы крема. И патчи там я использовала. Я покажу их. Это гнездо воров. Не помню, не буду сейчас врать. Гнездо кого-то. В этот раз решила заказать патчи именно вот эти вот Black. 60 штук здесь, и решила их попробовать. Вообще всегда относилась скептически к патчам, очень скептически. Но так как я имею, понятно, у всех с возрастом есть припухлости, какие-то потемнения под глазами. И вы знаете, помогает, очень помогает. Но в этот раз как бы решила вот заказать вот такие вот, попробовать, испытать. Те, которые у меня сейчас есть, они мне очень нравятся. Но надо что-то пробовать новенькое, поэтому в этот раз решила попробовать новенькое. Ну, как всегда, здесь упаковка идет, поэтому скрывать не буду. Все равно вы их увидите у меня в процессе, да. То есть, что немаловажно, здесь имеется ложечка, то есть тоже как бы это очень хорошо. Вот, поэтому посмотрим, испытаем, посмотрим. И последнее. Пусто. Последнее, что я заказала, тоже давно на это смотрела, вы знаете, вокруг да около, потому что как бы вроде бы не, ну, как сказать, и не дорого, и не дешево, ну, как бы вот стоит, да? Но решила заказать тоже знаменитнейший, как же, крем-консилер Skin Food, компания Skin Food, здесь 10 грамм, тоже корейская. Вы знаете, давно следила, давно смотрела, отзывы классные, давайте вместе вот вскроем. Ну, вот так вот. Защиты никакой не было. Цвет, значит, смотрите, какой цвет. Цвет у нас идет такой вот, он персиковый. Вот. И что... Давай показывай цвет. Вот, показал вам цвет. И что в отзывах, ну, вообще люди, которые как бы... за всем этим пользуются, да, и как бы все, что говорили, что очень хорошо этот цвет убирает синеву под глазами, вот с чем я и страдаю. И я как бы взяла этот специальный этот консилер для того, чтобы его испытать. Но я сейчас не рукой буду наносить, а кисточкой, да. Слушайте, ну цвет вообще шикарный. Он даже вообще, даже лучше, чем... Сейчас покажет вам, нет? Лучше, чем... Ну? Ну, не видно. Слушайте, ну не показывает цвет, но такой он персиковый, такой вот классный вообще. Очень хороший цвет. Я думаю, что он замечательно подойдет. Как же вот вывернуть руку, чтобы вам показать. Вот, смотрите. Очень шикарный. Ну, то есть такой он персиковый и плотный. Тушуется хорошо. Ну, слушайте, я думаю, что да, классный он. Не зря так... хвалебные оды на него поют. Ну, испытаем, попробуем и посмотрим, увидим, какой он на самом деле. То есть, ну, вот так на первое впечатление очень даже классный.
Вот. И что хочу сказать напоследок. Это все, что какие у меня были покупочки. Я давно не снимала, сейчас здесь где-то с неделю, да, я не пропала, я не исчезла, просто были какие-то перемены в моей, так сказать, в голове, в сердце и в жизни. Я пересмотрела, как бы, как дальше вести свой канал, думала об этом очень сильно каждый день. И в данный момент, конечно же, я решила улучшать дальше и сменила даже, так сказать, аппаратуру для того, чтобы была хорошая картинка, хорошее воспроизведение, хорошее качество, чтобы было приятно смотреть. Об этом я расскажу потом в следующих моих роликах, на что я снимаю, что я приобрела. Вот, была рада вас видеть на моем канале, была рада слышать, так что пишите свои комментарии внизу под этим роликом. Не забывайте обязательно подписываться. Если честно, я очень нуждаюсь в вашей подписке, в вашей поддержке, в ваших советах, потому что, как я начинающий блогер, поэтому мне как бы хотелось, чтобы люди все-таки советовали, обращали внимание, подписывались, писали свои пожелания, комментарии, вот, отзывы. Поэтому обязательно заглядывайте в комментарии и подписывайтесь. Теперь будет видео выходить постоянно. Я планирую как бы практически каждый день или там через день. То есть посмотрим, как будет происходить. Очень много идей. Поэтому очень-очень-очень еще раз рада была видеть всех вас, слышать. И до новых встреч. Всем пока-пока.